Следующая техника, о которой я хочу вам рассказать, это медитация внутренней улыбки. О медитации уже известно давно, и в нашем городе, в частности, она довольно популярна. Но я очень часто задаю вопросы, медитируете вы или нет. И большинство людей говорит о том, что я медитировал, пробовал, но мне не помогает, у меня не получается. И только единицы говорят о том, что да, я медитирую. Я хочу сказать, что да, я медитирую и очень люблю. И в моем арсенале большое множество различных медитаций. И одна из них, одна из самых любимых, это медитация внутренней улыбки. В чем суть этой медитации? Как всегда, для каждой медитации необходимо расслабиться, погрузиться внутрь себя, почувствовать расслабление, легкость. Но затем нужно вспомнить какой-то яркий, волшебный, счастливый момент из своей жизни. И этот момент запечатлить в своих глазах, в своих волосах, запечатлить этот момент улыбки на каждом органе вашего тела. И даже представить, что не только каждый орган, но каждая клеточка вашего тела смеется и даже хохочет. И вот именно это состояние и способствует исцелению.